Ивановские парламентарии определились, чем займутся в 2015 году. На первом после новогодних каникул заседании была утверждена программа законопроектной работы областной думы. Половину проектов законов предложило правительство. Вторая половина – результат работы думских комитетов. Основная работа в новом парламентском году будет вестись предсказуемо вокруг экономической ситуации в регионе. Вчера, вы знаете, губернатор был в Москве, обсуждали антикризисные мероприятия, и я знаю, что Александр Геннадьевич Фомин получил поручение разработать антикризисные меры в Ивановской области. Вокруг этого и будет строиться законодательство. И особенно, конечно, нагрузка ляжет на экономические комитеты и особенно на бюджетные, потому что бюджет будет меняться в ту или иную сторону.